Сейчас от потолочной плитки на балконе ничего не осталось. Несколько лет подряд после дождя или с наступлением весны в одной из комнат квартиры Яны Дмитриевой сочится вода. На балконе она бежит с крыши и далее по стенам и окнам. Жилье девушки находится на 5-м этаже. Поэтому у соседей ангарчанки проблема аналогичная. Обратилась к вам, обратилась в администрацию. Только после этого нам назначили службу ремонтную, которые пришли, все зафиксировали и сказали, что возможно по весне-лету, скорее всего, будут проводиться ремонтные работы именно по нашему балкону. Проблема в том, что у нас идет крыша вот таким образом построена и заливает вот сюда, именно в угол. То есть там нужно перекрытие, и вот это, которое над балконом непосредственно идет, она заходит на кровлю. Если ранее Яна думала, что проблема сырости на балконе от нарушенной герметичности стеклопакетов, то когда в квартиру стала просачиваться вода, сомнений не осталось. Причина в кровле. Это подтвердили специалисты, которые все-таки выехали для проверки после нескольких обращений собственника. Пока Яне и ее домочадцам предложили перезимовать с проблемой. Девушка надеется, что на следующий год необходимые работы все-таки будут выполнены. Однако весну Яне, скорее всего, снова придется встречать с мокрыми стенами и балконом. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.